Ну, можно я вначале скажу? Я, конечно, может быть, тороплюсь. Я, конечно, хотел бы попросить, что в связи с тем, что у нас сейчас на предприятии идет внеплановая прокурорская проверка, и видеосъемка, конечно, у нас организована, достаточно качественно, я обратил на это внимание. Я хотел бы попросить, если есть такая возможность, то есть пока видеосъемку не использовать, а на все вопросы прессы, которые у них есть, и в том числе и наших общественных и партии «Единой России», мы готовы достаточно популярно ответить. Ну, я не согласен, я буду. У нас прямой эфир идет, нет? Нет, сейчас. Нет. Ну, а почему? Почему с вами не согласен? Что вам скрывать? Скрывать мне и нам нечего. Почему вы боитесь видеосъемки? Ну, это мое право. Вы уже пришли на конференцию, а не боюсь. Я же не сказал, что я боюсь. Я сказал, я прошу. Я же на этом так сказать сформулировал. Олег Анатольевич, мы вчера... Вы вправе мне отказать. Вчера выехали на предприятие, пошли, так скажем, на вашу просьбу, в том плане, что мы вчера пригласили все СМИ, на самом деле, к 15:00 к предприятию, но от вас поступила убедительная просьба предприятия не СМИ не приглашать на предприятие, так как и не пустят их, и все-таки мы хотели, так скажем, изначально в узком кругу это обсудить. Вчера СМИ не было, они вчера подъехали к предприятию, мы их развернули от ваших дверей, отправили обратно в город и пригласили сегодня на 11:00. А так получается, что мы сейчас и давайте поговорим здесь в тишине, но в первую очередь это волнует не только партию, этот вопрос. Это волнует не только СМИ, которые здесь присутствуют, это волнует всех жителей города. Как вы знаете, на протяжении последних 2 недель нескончаемое количество сообщений в Блакова, до области доходили эти сообщения до областных СМИ о том, что в городе люди жалуются на неприятный запах. Эта проблема была не только жителей какого-то района или которые живут вблизи предприятия какого-то. Это были обращения всех жителей города Балакова. Мы со своей стороны, со стороны проекта «Чистая страна», со стороны партии «Единая Россия» проводим объективный мониторинг. Нам не интересно сейчас кошмарить какие-то предприятия, как у нас принято говорить. Мы хотим объективно посмотреть на ситуацию. Самое главное для того, чтобы у нас не было этих запахов. Поэтому в данном случае мы вас пригласили для того, чтобы обсудить эту тему открыто, так как ваша позиция, как вы говорите, полностью открытая, вы готовы отвечать на вопросы. Поэтому говорить, что сейчас СМИ не снимали, но, наверное, это будет не совсем правильно по отношению в первую очередь к жителям. Хорошо. Тогда позвольте в начале нашей пресс-конференции я представлю членов нашей команды «Балакова Ленинтехника». Значит, наш эколог Ольга Васильевна Утюмова, наш пресс-секретарь Татьяна Глебовна, наш начальник управления по правовым вопросам Ольга Викторовна Сербина, начальник управления складского хозяйства, где у нас произошло как раз вот это, скажем так, несанкционированное возгорание, это Денис Владимирович Бессонов, и директор по безопасности Мартин Алексей Петрович. Ну и я, исполняющий обязанности генерального директора Балакова резинотехника Сильчин Олег Анатольевич. На все вопросы я готов ответить. Я думаю, начать надо именно с того, что произошло у нас в ночь с 5 на 6, причем как бы было зафиксировано, что это был не единичный случай, это было и до этого. То есть как бы я предлагаю нашу беседу начать именно вот с комментариев по вот этим возгораниям, которые прошли вот и были зафиксированы. У вас пресс-релиз вышел на сайте СУТИ. Вот хотелось бы, есть ли дополнение к тому, что было опубликовано там? Я, к сожалению, не читал, что на сайте СУТИ пишут, но я готов, соответственно, озвучить вопрос таким образом, что с 5 на 6 произошло несанкционированное возгорание, в чем сейчас разбираются у нас правоохранительные органы. Соответственно, возгорание произошло, соответственно, текстильных отходов и, соответственно, отходов травы, которые, соответственно, мы скашиваем. Возгорание произошло из-за того, что, соответственно, у нас рядом находится у нас печь дожига, которая официально зарегистрирована, имеет, соответственно, лицензии, где идет сбор, соответственно, вот этих отходов после дожига. И есть большое предположение того, что, соответственно, жара как раз у нас в эти промежутки времени была, и, соответственно, произошло это возгорание, то есть ветер и, значит, надул, значит, искра попала, значит, соответственно, вот на эти отходы, и произошло это, значит, несанкционированное возгорание.
в результате которого силами Балакова-резинотехники в кратчайшие сроки был этот очаг устранен. По вашим данным, когда начался пожар? Ну, это не пожар, а это возгорание. Возгорание. Возгорание, по моим данным, оно началось в 23.55, где-то без 5, 12, с 5 часа. Пока недалеко от тебя не ушли. По вашему пресс-релизу первоначальному, если вот коллеги меня сейчас судьи поправят, если это не так, было указано о том, что ваши работники сознательно сжигали сухостой, смет с улиц территории и, соответственно, огонь перекинулся на веточки. На предприятии вообще таком, как вы говорите, закрытом, химическом, возможно ли вообще сжигание сухостой, исходя из вашего первоначального пресс-релиза? Можно я вам отвечу? Давайте тогда, если вы хотите предметом разговора сделать пожар или наш лицензионный вид деятельности, как минимум нужно было зайти на сайт предприятия и увидеть, что у нас есть лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Нет понятия, что... Подождите. Право территории сжечь, не на территории сжечь. Не на территории сжечь. Вид обезвреживания отходов – это лицензионный вид деятельности. И для этого у нас есть официальная печь дожига отходов. Отходы, как вы называете, сухостой, на самом деле это спил дерева или паспорт, сжигается официально на печке. Это разрешение. Для этого класса опасности отходов на него лицензия не оформляется. И это делается официально на официальном оборудовании. Я вам ответила на вопрос? Нет. И не забывайте, что все, что делается на территории завода, это делается на территории, не вышло никуда. Подождите, про полигон это другая история. Я вас спрашивал про полигон, я вам забил. Давайте определимся тогда с понятиями. Жечь. При ревизии у вас сказано, что возможной причиной возгорания стали искры, которые попали в результате сжигания сухой травы на территории предприятия. Вопрос в чем заключается? Вопрос заключается в том, на каком основании вы вообще сжигаете сухую траву или что бы то ни было на территории предприятия. Я вам только что объяснила. Сжигание – понятие условное. Есть понятие обезвреживания. Мы рассматриваем площадку по накоплению отходов. Она специально оборудованная, бетонированная. Для предприятия выдана лицензия в 2017 году на все виды, лицензированные виды по обращению с отходами. Сухая трава – это отход 5 класса, на него есть паспорт, на него есть все данные по горючести. Вы предмета не знаете, Я специализированный специалист эколог, Подождите, но если вы специалист эколога, вы бы знали, что... Я с вами не спорю о том, что класс опасности, отходы, какой. Есть печь. Я с вами говорю о том, что накануне работника цеха 055 сжигали мусор, сухую прошлогоднюю листву и траву. Это сказано, что... И рядом с этим цехом нету печи по дожу. Потому что это на территории. На территории. Зола появилась откуда? Зола появилась с печи, она выносится на площадку. Печь на каком расстоянии находится от цеха, где произошло сгорание? Это не, она не на цехе находится, она на территории завода. Я знаю, на каком расстоянии? От какого цеха? От того, где было сгорание. Цех, нет там никакого цеха. А что там? Ангар, крыша, что там? Остатки. Это наши объекты капитального строительства. На каком расстоянии объект этого сгорания находится от печи? 100 метров. Со 100 метров у вас перекинул зола на... Подождите. Объект капитального строительства от печи находится на расстоянии 100 метров, а золу выгребают, есть специальный транспортер, ее выгребли на площадку. Температура 31 градус. То есть на лицо не соблюдение техники безопасности? Почему техника безопасности? Ну, возгорелось же. Потому что был ветер. Ну, то есть соблюдение техники безопасности. Вся Сибирь горит, верховой пожар, у нас могут быть степные пожары. Это не пожар, это локальное возгорение. Меньше часа потребовалось от начала до конца. Давайте я, может, перефразирую попроще. Давайте. Я разговариваю техническим языком, который прописан по закону с определениями. Я здесь ничего против не имею технического языка. Мне бы хотелось бы узнать, если листья возгорались, они должны сжигаться в печи же, правильно? Они сжигались в печи. Но они же где-то должны сначала собраться. Понимаете, их собрали. То есть их не поджигали, они собрались. Никто их не поджигал.
листья и мусор, вот этот, который был с мёд, я так понимаю. Деревья. Они сами загорели, что ли, получается? Они сжигались в печи. И вот потом после печи, после сжигания, зола выгребается. Зола выгребается и складируется на площадке. В результате вето, соответственно, у нас вот эта искра перелетит в эту жару. У нас получилось возгорание. Хотелось бы тоже поинтересоваться, а в предыдущую ночь то же самая ситуация была? Было ли зафиксировано в прошлую ночь? Прошлую ночью у нас, предыдущую ночь, соответственно, то же самое у нас было, но оно было буквально, может быть, 10-15 минут, и те работники, которые у нас были, соответственно, они сразу же его локализовали без вызова пожарной части, без ничего. То есть не исключена вероятность того, что локализовали некачественно, что послужило следствием, последствия потом, всего остального. То, что пишут там в СМИ там, и так далее, то, что была повреждена техника, сжигает резинотехнические изделия или резиновые отходы, я с полной уверенностью заявляю о том, что Балаково резинотехника, одно из предприятий, которое находится на Балаковской земле, которое свои резинотехнические отходы срабатывает и запускает в производство. У нас есть ряд предприятий, и в том числе на Балаково, которые закупают наши резинотехнические отходы дробленые. Есть различные фракции, 063, 1, 05, которые используются назад в производстве. Те отходы, которые у нас не получается использовать в производстве, они у нас, соответственно, реализуются. Все. Мы сейчас, я просто для информации скажу, а вот те предприятия, где происходит производство резинотехнических изделий, вот именно там как раз и нету переработки этих резинотехнических отходов. Их там нет. Потому что это специфическое оборудование, которое нам дает возможность использовать это в производстве с целью снижения затрат и, соответственно, возврата наших отходов назад в производство. Я могу тогда вопрос задать уже. Да. Ветошь у нас относится к какому классу опасности? Какая ветошь? Давайте мы говорим про федеральный классификационный каталог с вами. Которого вы сжигаете? Вы же сжигаете ветошь? Ветошь не сжигается. А что вы делаете? Ветошь вывозится на городской полигон. Я просто управление отходами. У вас же там печь стоит, которая... На печи сжигается 5 наименований отходов. Пыль текстильная. Отходы просто текстильные, пыль хлопковая, извините. Текстиль сжигается упаковочный картон и сжигается окрест натуральной чистой древесины. Нет. Давайте говорить одним техническим языком. Ветошь – это есть двух классов опасности. Третьего класса опасности – содержание нефтепродуктов 15% и более, есть менее – это четвертый класс опасности. И эти два наименования под названием ветошь, актирочный материал, пропитанный нефтепродуктами, принимает наше управление отходами. Их полигон. В данном случае горела ветошь или нет? Да не горела ветошь, это не ветошь. Есть разница. Это наше отразволокнение, пыль хлопковая, которую вспыхивает. Это вата. Это как вата. Понятно. Пух. Который моментально разгорает. Она специально у нас оказалась. Площадка, специально оборудованная площадка, где туда ее привезли, да для дальнейших действий. Как долго хранится вот это вот? По нормативам имеем право хранить ее до 11 месяцев. Это санитарные нормы правила. До 11 месяцев имеем право хранить. На специально оборудованной площадке. А оттуда она попадает в печь Дожига? Мне так нравится, как вы замыливаете все понятия. Почему я замыливаю? Я с вами разговариваю, если закон... Текстильная ветошь. Вам говорят слово ветошь, вы упоролись. А я вам еще раз говорю, понятие ветошь – это для вас понятие, для меня ветошь. Да это ваш пресс-релиз, я читаю. Вы понимаете, здесь неточность формулировок. Так что же, что горело? Текстиль. Вы хотите ее назвать ветошью? Будем называть ее ветошью. Да мы ее назвали ветошью. Это текстиль, но это не промасленный, это чистый текстиль. Ваш пресс-релиз. Ну, не правильно. Если он чистый, то он гореть может. А с чего взять, что сейчас правильно говорить? У меня еще не только что задали вопрос. Пресс-релиз, официально. Вам и задали вопрос, исходя из вашего пресс-релиза. Ветошь там написано. Хорошо называть ветошью. Мы ее называем текстилем и пылью хлопковой. Хорошо. А вы Балаково живете, кстати? Да, я живу в Балаково. Ваши дети тоже Балаково? И дети у меня живут в Балаково. А у меня очень... Можно... Я вам сейчас скажу.
Вот мы сейчас с вами, коллеги, разберем. Я ни в коем случае не хочу сказать, что да, соответственно, данный инцидент был. По данному инциденту сейчас проводится правоохранительная проверка, по данному инциденту будет у нас проводится внутренняя проверка. Соответственно, все те ответственные лица, которые, соответственно, за это несут ответственность, и прошел изначально, понесут ответственность, это я вам совершенно официально заявляю. Мы ни в коем случае от этого не отказываемся. Но вот сейчас вот мы едем сюда сейчас на пресс-конференцию. Коллеги, вы посмотрите, что творится в промзоне. Напротив мебельной дымит в направлении города. Напротив, соответственно, здесь вот бывший бетонный завод. Вы посмотрите, какой, как вы выражались, смог черного дыма идет в направлении города. Это в средь белого дня. Когда происходило возгорание, вам же задали вопрос, какой шел дым? Серого цвета. Нет, Роман Сергеевич, одну секунду. Серого цвета, он не может быть серого, зеленого или какого-то другого, потому что это ночь была, понимаете? И самый главный вопрос, почему случайное возгорание происходит только по ночам. Вот этот момент смущает не только нас, и жителей смущает. Естественно, возникают какие-то сомнения, связанные с тем, стечение обстоятельств, Роман Сергеевич. Это просто обычное стечение обстоятельств. Вот, и поэтому, того. Вот знаете, как бы для чистоты отношений, вот поэтому и позвали, чтобы глядя в глаза спросить. Это регулярная тема? Это случайное стечение обстоятельств. Не более того. Я правильно понимаю. Сколько у вас было таких случаев? Сколько вы зафиксировали, вы как руководитель предприятия? Сколько таких случаев было? Вот таких случаев, вот эти два случая. Больше я у меня не зафиксировал. Все. У вас и первый случай он не был зафиксирован, потому что без вызова пожарной охраны он тоже не фиксируется, правильно? Если силами своих работников вы все это дело локализовали, я же правильно говорю? Поэтому вероятность исключать, что до этого тоже какая-то ситуация. Вот вы поймите, Олег Анатольевич, я совершенно с вами согласен. Когда вчерашний пример яркий, да, у нас на транспортной горело на улице, и в промзоне тоже, вот за этой перемычкой железной дорогой тоже клубы дыма. И я с вами согласен, что сейчас не хотим мы найти там кого-то правильно. Но не реагировать на то, что есть, это тоже неправильно. Эта вот пресс-конференция, это не для того, что, я хочу тоже обратиться, это не для того, чтобы вас там как-то очернить, да, это сигнал для других предприятий. У нас нету, и для нас всегда такое будет, у нас не будет какие-то предприятия, которые нельзя трогать, и там и нельзя это. Ну, вы их надо тоже пригласить сюда на пресс-конференцию. Конечно, пригласим, как только зафиксируем у них такое же возгорание случайное, как у вас, с удовольствием пригласим. И то, что у нас, конечно, система, она иногда дает сбои в плане там, тех же пожарных, понимаете, тоже как бы наводит на сомнение. Да? У вас предприятие закрытого типа, на котором работает своя пожарная служба, скажем так. Она нигде не фиксируется, то есть через звонки там, МЧС там, или ЕДС она не проходит. Проходит, у вас там просто будет доклад обязательно. Предыдущий если у вас горело, у вас никто не зафиксировал. Есть в этом плане что добавить. Вчера были на предприятии вместе с прокуратурой города Балакова, они тоже отреагировали. Мы ходили непосредственно вот это так называемое ООО ПГСС, это ваша организация, которая занимается пожаротушением на предприятии. К сожалению, там пожар, который был не нами, не мы уведомили с 5 на 6 МЧС, а вот пожар, о котором вы говорите с 4 на 5, он даже не был там отмечен в журнале. Мы вчера там были, в журнале не было отметки. Поэтому и возникает вопрос, а может быть это на самом деле не как с ваших слов, день-два, а может быть это регулярно. Вопрос возникает оттуда, что мы-то вам верим, доверяем на словах, приезжаем, смотрим, журнал открываем, а у пожарных этого не зафиксировано. У пожарных зафиксировано то, что им пришло с МЧС, там ведь у них алгоритм какой, с МЧС приходит. У меня нет такой информации, они что наши ПГСС-ники это вам ответит ваши ПГСС-ники, когда вы придете, у них все журналы регистрируются. Разберемся. Далее, по поводу того, что вы вот ездите сейчас ехали и везде есть возгорание. Я хочу отметить, что вчера тоже было возгорание, нам присылали в личные сообщения, мне в социальной сети ВКонтакте, моим коллегам присылали. У нас оперативно выезжала молодая гвардия, вызывала вчера пожарных, это возгорание было на Ивановском шоссе и в промышленном проезде, так называемом промзоне. Там тоже были эти возгорания, мы вызывали туда МЧСников. Поэтому говорить о том, что если какие-то другие предприятия жгут, нет. Мы обращаем внимание на все. Далее, почему мы еще раз обратились к тому, что это происходит регулярно. С 4 на 5 число лично я, ко мне поступил сигнал, что с 3 по 4
идет возгорание, там горит. И горит именно в ночное время суток, не в дневное, а именно в ночное. Как только солнце садится, начинается темнота, когда дым уже не видно. И он продолжается до того момента, до рассвета. В данном случае мы ездили с 3 по 4, нам сообщили, мы с 4 на 5 выехали лично с молодогвардейцами. Я там был, тоже с этой стороны забора. Мы видели, что там есть возгорание. Мы видели этот дым, который идет со стороны предприятия. Мы понимали, что те сообщения, которые указываются, что в 4-м микрорайоне пахнет гарью, мы вокруг там были, пахнет только именно с предприятия. А уже с 5 на 6 мы приехали на предприятие и уже вызвали пожарных. Именно поэтому возникает вопрос, а не регулярно ли это? Конечно же, мы будем этот мониторинг продолжать. И вот я тоже, вы отметили, что все будут наказаны, виновные. Не хотелось бы, чтобы просто крайних там нашли, чтобы на самом деле понесли наказание те, кто непосредственно в этом виноват. Кто давал указания там жечь. А то сейчас получится, какие-то сотрудники на предприятии БРТ выполняли указания руководства. Сжигать там эту листву или сжигать этот текстиль без соблюдения техники безопасности. А может быть, вы их не обеспечили как руководитель непосредственно техникой безопасности, оборудованием. Может быть, они выполняют даже работу, которую они должны выполнять. Берут эти гидранты, был я у вас вчера. Это гидрант на 100 метров от пожитой, от печи до цеха, который весь дырявый там, течет с него. И вот им обычные ваши сотрудники и тушат. А вот этот ПГСС даже не фиксирует этого сигнала. Давайте тоже хотел обращение сделать именно, наверное, и к автомобильному сообществу. Здесь не надо привязываться там ни к партии «Единая Россия», здесь, наверное, всем надо в городе объединяться, потому что вот вчерашний тоже интернет показал о том, что, ну вот, и опять же, у вас не горело, но горело в другом месте. Здесь надо, наверное, подключать и автомобильное сообщество, и общественные организации. На самом деле, как бы вот то, что мы на вашем примере там отработали, тему работы, это же не только к вам вопрос, это как взаимодействует служба ЕДДС, как взаимодействует служба МЧС. Вот вчера был зафиксирован пожар, через сколько там? Чуть ли не через 5 минут приехали МЧСники, все потушили, оперативно сработали. То есть, как бы здесь в любом случае положительные сдвиги есть. Про то, что вы говорите там на мебельной фабрике, ну давайте тоже принимать участие. Видите, что горит, вы позвонили в МЧС, не вызвали никого же, наверное. Здесь надо как бы все вместе тогда тоже реагировать на такие моменты. И тогда мы алгоритм какой у нас действия тогда? У нас работает как минимум молодая гвардия. Вот сейчас я надеюсь, что автомобильное сообщество, которое в интернете есть из города, они тоже к этой ситуации подключатся. У нас есть единый номер службы ЕДДС, это 112. Просто вот тоже жители мне тоже пишут, там вот опять дым, вот вы не реагируете, партия власти там и так далее. Но каждое утро приходит отчет, звонок с ЕДДС, и говорят о том, что какие сигналы поступали на единую службу ЕДДС. И вот тоже, не знаю, то ли это от доверия, то ли от чего, но я, первый вопрос мой, поступали ли звонки о том, что сигнал о том, что возгорали. И как бы два звонка на весь город, наверное, учитывая, что мы здесь сидя, здесь мы нашли, там, как вы говорите, там, горит за мебельной фабрикой, мы там знаем на транспортной, на промышленной. То есть здесь как бы надо объединяться всем, наверное, тогда и более жестко реагировать. Но здесь бы хотелось бы тоже, я поддержать хочу Олега, по вопросу того, что как, насколько у нас работают в том числе и правоохранительные органы. Здесь надо, может быть, и нам как-то разобрать ситуацию более жесткого контроля и более жесткой реакции со стороны правоохранительных органов, со стороны в администрации есть работает комиссия, которая как раз рассматривает подобные случаи, чтобы тоже и она работала у нас более оперативно. У нас наказывают иногда за вывоз мусора, там единичные случаи так жестко. Я надеюсь, что такая же жесткая позиция будет по отношению к подобным случаям. Ну, можно вопрос? Да. Вчера мы все журналисты нам обещали, что мы попадем на предприятие вместе с сотрудниками прокуратуры. В последний момент нас в пути разворачивают, говорят, что вы отказались пускать прессу. Что такого секретного у вас на предприятии? Раз Андреевич там побывал, расскажите, пожалуйста, что вы там увидели? Удалось ли вам сделать фото, видео, съемку? Ну, честно признаюсь, очень, так скажем, доброжелательно лично нас встретили с сотрудниками прокуратуры, лично меня. Провели на место, где было возгорание, вот, собственно, сотрудники
сопровождении сотрудников. Что мы там наблюдали? Да, стоит эта печь. Когда мы попросили, сотрудник прокуратуры попросил журнал работы этой печи, то есть чем она регламентируется, эта работа печки, как можно высчитать там объем продукции, который сожгли. Но оказывается, что там нет ни журналов, которые фиксируют и актов. Это я сейчас отвечаю на вопрос, что я вчера услышал. Потом вы тоже это можете прокомментировать. Вот. На вопрос, можно ли позвать сотрудников, которые за ней работают и которые могут подтвердить слова руководителей, нам сказали, что сегодня, именно в понедельник, когда мы приехали, печь не работает, и понедельник – это день, когда ее чистят. Вот. Ну, мы тогда перешли уже непосредственно к цеху. А что мы наблюдали? Ну, я прошу прощения, если я неправильно формулирую, цех это или какое-то помещение, потому что вчера так и не было. Это не цех. Что это? Это корпус. Просто корпус. Корпус, хорошо. Цех когда... это производственная площадка, где находятся какие-то производственные... Хорошо. Когда вы получили, перевидели визуально, вы видели печь. Похоже на ней, что в ней что-то сжигали недавно? Мое мнение было, что в ней не сжигали очень давно, потому что если бы в ней сжигали хотя бы в воскресенье, вот в цеху пах, там пахнет, в этом помещении, где горело. А вот в печи я запаха даже не почувствовал. Такое ощущение, что она уже давным-давно не включалась и проветрилась. Это мое личное субъективное мнение. Непосредственно в этом помещении, в котором произошел пожар, да, там видно свежие следы от грузовых машин, то, что это залу вывозили. Помещение полностью покрыто там, ну, черным цветом, понятно, когда вот пожар происходит. И ну, очень много залы вот этих вот непосредственно отходов, в том числе и текстильных, которые сжигались. А рядом с этим помещением, рядом с печью стоят большие контейнера, так скажем, или связки, может быть, по-другому, там специалисты меня поправят, непосредственно уже с текстиль. Вот, это то, что мы вчера наблюдали. И мы проехали непосредственно вот в ООО ПГСС, это служба, которая занимается пожаротушением, верно? Да. Пожаротушением. Вот, мы у них просмотрели журнал и увидели, что пожар, который был... Служба обеспечения пожарной безопасности. Да, служба, вот эта вот служба, как Олег Анатольевич говорит, что с 4 на 5 число у них там тоже было возгорание, мы это не увидели в журнале, это не было у них зафиксировано. А уже пожар, который произошел непосредственно с 5 на 6, там, да, это уже отметка была, что они на пожар тушения выехали. Вот, поэтому, знаете, здесь тоже прошло уже столько времени с момента пожара, здесь мне трудно сказать, как ситуация разворачивалась после нашего обращения, сколько там было мусора, я тоже не могу сказать, потому что там очень много золы, то, что мы буквально по ней ходили, там ее горы, да, это мы видели. А еще одно уточнение, Олег Ильич, как далеко от места случайного возгорания находится ПГСС? Вот я не знаю, где у них находится расчет машины, мы были непосредственно в административном корпусе. Там же находится расчет машины. Там находится. Но на машине, мы ехали на легковой машине в течение, сколько, минут пяти, наверное, да, добираться? В течение пяти минут по предприятию на автомобиле мы добирались с места расположения службы до места возгорания. То есть визуально от их офиса дым из зарева пожара видно, могло быть или не могло? Нет. Я прокомментирую. Здесь мы зафиксировали пожар вот, по поводу да, оперативности работы, по поводу того, что это было случайно. Мы зафиксировали пожар, я лично его зафиксировал в 23.00, 5 июня. Что я зафиксировал? Я видел огромный дым, который у нас тянулся с 4 Б. Мы его чувствовали на транспортной улице, мы его чувствовали на железнодорожном вокзале, мы его чувствовали в 7-м микрорайоне. Мы выехали на предприятие. В 23.00 я увидел, что все предприятие, на всем предприятии вот этот вот дым. Пожар, вы видели по фотографиям, пожар огромный, и там, когда он горит, я думаю, там сотрудники, которые там находятся постоянно, это и там сторожа, и служба охраны, они должны были его видеть, должны были его зафиксировать. Выехали они непосредственно, когда мы обратились. То есть почему они не выезжали, когда он горел, когда дым у нас тянулся практически до микрорайонов, ну вот на этот вопрос мне пока, я ответ не получил. Не видели, не обращались. А у вас есть ответ? Ну, дым ночью мы не можем увидеть ночью в ночное время, что дым ее тянется у нас до микрорайонов. Это раз. Во-вторых, те, что пожарные, которые находятся у нас возле завода управления, в связи с тем, что это находится, да, в пяти минутах, но это находится за корпусами, увидеть этого просто невозможно.
вот это возгорание, подчеркиваю, это не пожар, а возгорание. И прошу внимания, что видно было, видно возгорание с улицы транспорта, вот как вы приезжаете в мебельную фабрику, видно уже оттуда. То есть даже не надо до предприятия доезжать, это все было видно со стороны мебельной фабрики. А она находится да, там тоже промзона, там тоже предприятие. Там одно единственное предприятие, бывшая мебельная фабрика. Все остальное здесь. Если идет запах, но нельзя выйти и обойти свою территорию жарить. Минуточку, что значит для вас, что значит запах? Олег Анатольевич, можно мне, да? Давайте определимся, что значит для вас запах ночью, в 11 часов ночи. Запах, минуточку, что чувствует? Он сейчас чувствует. Он сейчас чувствует город. Он сейчас чувствует. Запах гари. Почему тогда в сообщении написано резины, запах резины? Кто определил, что это был запах резины? Подождите, мы собрались как раз по поводу. Запах гари. Да. Да. Вы не чувствовали его запах? Никто не чувствовал. В 11 ночи я не работаю. Но у вас там есть сторожа, есть какие-то смены? Нет, охраны сторожат полезную перьями. Все зависит от розы ветров, куда дует ветер. Если он дует в сторону, вы не делаете такое лицо, куда дует ветер, там будет запах. А я вам попросил, знаете, почему люди говорят резина? Да, может быть, люди ошибаются, что это не резина. Естественно, это, наверное, глупость, потому что резиновую крошку проще продать или как-то. Я понимаю. Но откуда родилась эта байка, как Дед Мороз? А я вам скажу, у меня тесть работает в гаражах РТИ, у него машина там стоит. 5 лет он на протяжении ходит по железнодорожным путям. И 5 лет он наблюдает ваш ангар, который горит еженочно. 5 лет. С интервалом в день, 2-3, но он горит в течение 5 лет. И вот эта байка среди людей, она и родилась, что жгут, что там, наверное, БРТ могут сжечь? Резину. Вот поэтому люди и говорят просто резину. Вот откуда. И вы не говорите, что вы как житель, я вас прежде за это спросил, что вы как балаковский житель первый раз слышите эту бельгерку. Я не сказал вам первый раз слышу, я больше чувствую запах горелых бытовых отходов. Вот это я чувствую гораздо чаще. Я же на 9-м этаже. А вас здесь не говорит о том, что каждую ночь жгут резиновые гаражи в гаражах. Да. И система ПГСС, ПГСС БРТ, вы же выезжаете туда. Согласен. Но от того, что у кого-то уши рыльца в пушку, легче второму не становится. Я с вами согласен. Я просто к тому, что мы, еще раз говорю, мы не отказываемся, что было возгорание. Да, это возгорание было. Да, в кратчайшие сроки было локализовано. Да, мы, соответственно, этим вопросом занимаемся. Но то, что, соответственно, Балакова резинотехника, то есть нанесло ущерб экологии Балакова, я здесь с вами полностью не согласен. Олег Анатольевич, давайте вот сейчас как бы итог хотел, не то что итог, а вот конкретику хотел бы озвучить. Меры приняты для того, чтобы да. Последующим возгорание. Ну, то есть вы как бы теоретически можете гарантировать, что больше никаких сигналов с вашего территории вашего предприятия подобного рода поступать не будет. Ну, вы понимаете, у нас химическая промышленность, и я сейчас, у нас весь, вы не забыли, до 16 на 17 сентября 2018 года, да, у нас в воскресенье на понедельник произошло короткое замыкание, и на неработающем цехе, полностью неработающем цехе, то есть в воскресенье на понедельник, и загорелись битумные танки. Давайте я перефразирую. Я просто к тому, что, соответственно, я не могу это вам гарантировать 100%. То, что вот это, вот подобных случаев, нет, подобных случаев, сейчас мы делаем все меры возможности, что подобных случаев, соответственно, возгорание текстиля на площадке пищесжигания, то есть возгорание текстиля и древних отходов не было, этого у нас уже больше нет. Все меры для этого предприняты. Ну, то есть, в принципе, гарантирует того, что системного возгорания случайного или какого-то его не будет? Нет, конечно, да, это мы гарантируем. Олег Анатольевич, да. все-таки хотелось бы конкретику в плане, какие отходы по пунктам ваше предприятие производит и как они утилизируются. Объемы отходов, да, вот нет, конкретно, можно мне что сжигается, что вывозится на полигон. Давайте сразу обозначим круг, мы с вами про утилизацию. Вы что предполагаете под словом утилизация? Конкретно вы задали вопрос, я вам задаю тоже.
Под словом утилизация что вы предполагаете? Способы утилизации существуют самые разные. Я хотел бы от вас услышать, каким образом... Давайте я вам буду... Какие отходы вы производите, в каком объеме? Благово резинотехника специализируется на производстве резинотехнических изделий и компонентов. Отходы не производятся, это продукт производства. Туда может входить остатки сырья. Это образование отходов. Для ПАО «Благорезинтехника» разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение. Это официальный документ, который утверждается Саратовским управлением, вернее, как управлением Росприроднадзора по Саратовской области. Там прописано по каждому виду отходов. У нас официально 87 позиций отходов, которые разделены на классы. Среди всех этих наименований 37 отходов, в том числе 5 класса, мы утилизируем, то есть перерабатываем. Это и как вторичный материальный ресурс, и мы их можем реализовать официально на сторону такому же предприятию, которое может их переработать или обработать. Есть организация, покупает у нас, например, отходы упаковочного картона, они их там внутри уже разделяют на фракции, тюкуют и тоже продают. То есть это элемент бизнеса. Переработка резиновых отходов у нас включает 98,9%. Мы можем вывести официально на полигон очень маленькое количество, потому что это элемент бизнеса. Никто не будет прикуривать от 100 долларов купюр. Мы перерабатываем как вторичный материальный ресурс по своей внутренней технологии, есть регламенты, есть технологии, есть рецептура и есть ряд деталей, неответственно, куда можно вносить отходы. Вот это называется утилизация. А то, что вывозим на полигон, это называется захоронение. Согласно документам, выданным управлению Росприроднадзора, у нас два потока движения отходов. На городской лицензированный полигон, АО управление отходами, и наш. Мы эксклюзивное для Саратовской области предприятие, которое эксплуатирует свой объект размещения отходов. Это все лицензированные виды деятельности. Он внесен в государственный реестр. И кроме того, что мне разрешено по документам вывозить туда, никто не вывезет туда ни грамма. Потому что все проходит через лесовую, через службу безопасности. И журналы, которые вы хотели видеть, они ведутся не, скажем так, записи не на печке ведутся. Для этого есть ответственные люди, приказ издан, которые фиксируют все движение отходов внутри территории предприятия. На печку 5 наименований отходов, которые по федеральному каталогу. 5 класс – это нелицензированный вид деятельности, куда ходят тут трава, обрезки деревьев, есть незагрязненные обрезки картона и обувь древесины. Как часто у вас вот эта самая печка работает? Печка работает в зависимости от того, от загрузки. Никто не будет загружать и тратить. Есть у вас же есть цифры. Вы вот приехали сюда для того, чтобы рассказать нам, какой объем отходов непосредственно предназначен для утилизации путем сжигания. Да? Еще раз, утилизация путем сжигания термин категорически не принимают. Или утилизация, или сжигание. За год, за... Есть статистическая отчетность под формой 2ТП. Если я ее не сдам управление Росприроднадзора, нас оштрафуют. Это официально. На первом листе этого титульного этого отчета написано, что информация предназначена для статистических органов и не поддается тиражированию или, скажем так, публике и общественности. Сделайте запрос, я вам сделаю. Городу, я 2ТП отходы, городская власть мне не даст соврать, я ежегодно отправляю форму 2ТП отходы. Это такая форма статистическая, которая приказом Министерства природных ресурсов установлена и определен круг организаций, которые получают от меня эту форму. Все цифры в городе есть. Через печку проходит 5 видов. 5 наименований. 5 наименований. 5 наименований. Еще раз их назовите, пожалуйста. Пыль хлопковая, текстиль, отход упаковочного картона, изделия из натуральной чистой древесины, потерявшие потребительские свойства, и обрез древесины. Вот 5. Лицензирование первый, с 1 по 4 класс. Есть еще 5 класс опасности, который называется, он называется не смет, а обрезки и обрезки деревьев и насаждений. Их можно сжигать без, скажем так, без лицензии. Скажите, пожалуйста, какое количество отходов и что конкретно вы вывозите на городской полигон, не на свой? То есть что конкретно, ну просто, простыми словами, мусор. Хорошо. Есть определенный.
Это нужно заглянуть в лицензию АО управления отходами, что им разрешено принимать. Что вы отдаете? Не что мы, а что они могут принять. Мы мусор и смет, обтирочный материал, отходы от чистки углерода, смет с гаражей, песок, загрязненный маслами, 10 миновай. Ну, конечно, тут сходы. Так, что еще мы туда везем? У вас так, договор же есть, да? Конечно, да, все в рамках договора лицензии. Там просто не принято, не что-то другое. Объем, не на объем мусора, а на перечень отходов и объем по факту. Объем метров у вас зафиксирован? Объем для статистики нет объема, есть тоннаж. Есть тоннаж. Хорошо, тоннаж. У вас зафиксирован договор или вы по... Конечно, по купленным талонам, по образованию. У нас, мы покупаем у них талоны, и это тот объем, про который... Два куба, это насколько? Подождите, не два куба. Мы покупаем талоны на кубометры. Это тот объем, который они для нас должны зарезервировать на своем полигоне. Образовалось, у нас есть договор, повезли. Мы проходим, у нас проходит все через весовую, мы все взвешиваем. Но все-таки сколько вы туда... Ну, я вам сказала, я не собираюсь здесь перед вами статистическую отчетность сейчас. Если надо, запросите. Запросите, я вам... Никаких проблем. Все, готов. Все по 97. Любой руководитель предприятия знает сколько, потому что... А зачем? Кубометр стоит очень дорого. А зачем мне нужно сейчас вам про кубометры? Вы за какой период меня сейчас спрашиваете? За 2018 год или за первый квартал? Вас какой период интересует? У вас что, большая разница в объеме производства? Вообще-то это квартал и 12 месяцев, это разные вещи. Причем я вас в среднем спрашиваю, в месяц? Нет понятия в среднем. Хорошо, одна машина, один КамАЗ. Это сколько на один КамАЗ? Ну вы же спросили куба. Вы знаете тогда у КамАЗа куб? Задавайте мне, пожалуйста, если хотите в цифрах. Вопрос не хочет вообще задать вопрос. Нет, для людей потому, должны что... объяснить здесь. Вопрос, этот текстиль, вот как вы его утилизируете? Я даже перерабатываем рецептуру. У нас есть волки, мы разволокняем, делаем два вида, два наименования полуфабрикатов, и у нас снова идет в рецептуру. Есть фенольные, есть бесфенольные отходы. У нас практически весь текстиль, большая часть, кроме части фенольных отходов, остальные у нас практически у нас все используются по новому производству. Через лоскутно-разрывные машины мы запускаем назад их в производство. Вот вы говорили, что в печах сжигается текстиль. Утилизируется, я не знаю, сейчас он не будет пролезть, но смысл в чем? Куда потом? Зала куда деваете? Залу официально вывожу на свой полигон. На ваш полигон? Да. На наш полигон. А где у вас находится? В Елюзане. А почему она у вас оказалась на площадке для временного хранения мусора? А где она может оказаться? Она оказалась возле печи. А там рядом, ее выгребли. И рядом же тот же самый текстиль вместе текстиль с залой. Текстиль там мог оказаться совершенно случайно. Скажем случайно так, это стечение обстоятельств. То там есть... оказался стёк, да. Олег Андреевич, а вы вот упомянули момент, что вы были вот, ну, на этом ангаре, склад заброшенный. И рядом с ним были тюки текстиля, да? А вокруг этого ангара что-то есть, похоже на переработку, какие-то блоки или там механизмы? Он для чего туда свезен, как вы считаете, вот этот текстиль, там, в тюках? Я так понимаю, для сжигания, для того, чтобы они его сожгли. То есть больше рукавичей сжигать? Ну, нам же только что сказали, что текстиль не сжигает. Подождите, вы понимаете, вы начинаете сейчас разговаривать так. Текстиль, он ведь разный, я бы сказала, пыль хлопковая, это уже отход от разволокнения. Для вас что ветошь, что текстиль, что пыль, она для вас в данной ситуации, она для вас абсолютно одинаковая. Скажите, у нас несколько зданий. Скажите по-русски, что у вас горело? Пыль хлопковая, вы ее называете ветошью. Отлично, пыль хлопковая. Пыль хлопковая. Что вы с ней обычно делаете? Мы ее обычно сжигаем. Прекрасно. Олег Андреевич, скажите, пожалуйста, какого размера печь, ну вот сам объем печи, и какое количество там копилось этой пыли хлопковой? Ну, здание там небольшое, это примерно, ну не знаю, наверное, квадратов 100, да, по помещению. А сама печь непосредственно, которую сжигают, ну это, наверное, вот у нас газ, машина газ, которая возит воду, вот это в баллон. То есть вот такой по объему. Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть уж побольше, да. Те тюки, которые находились возле цеха, превышали объем хлопковой пыли?
Конечно. Во сколько раз примерно? Мне трудно ответить, во сколько раз примерно, но... Вот здесь сейчас технологии... Понимаете, вы просто оперируете какими-то разными понятиями. Что должно чего привести? Мы сейчас для людей просто на языке хлопковой пыли вынесем вашу информацию, а вы станете героем дня сегодня. Ввиду того, что мастер замыливал информацию. Я не мастер, я с вами разговариваю профессиональным языком. Вы мне задаете вопрос, я даже не понимаю, почему девушка сравнивает объем с чем-то, с тюгами. Я сравниваю количество пыли. Собрали с технологического цикла отходов пыли хлопковой, стюковали ее. Так, Олег Андреевич видел именно эти тюки. У нас есть прессовки. Чтобы не возить огромный объем, мы ее спрессовали и привезли, чтобы не занимать огромное место именно на эту площадку. Потом ее вскроют, и там есть транспортер, если были около печки. Подача. Подается в камеру сжигания. Это не такие огромные туда закидывают. Ее раскрывают на транспортер, и она туда постепенно подойдет. Олег Андреевич, между вот этим, я так слушаю, 100 метров расстояния от печи и производства, где все сгорали. Там есть какой-то транспортер или что-то? Транспортер это на самой печи. По словам транспортера, представители БРТ подразумевают конвейер. То есть у них конвейер, он... Ну, был в нераб... то есть выключен, в него, как я понял, кладутся вот эти тюки, и он по конвейеру поднимается вверх в заборник печи. Дальше он в печь падает, она там сжигается, зола, вот там решетчатое основание, зола это складывается вниз, и, как я понял, они эту золу уже достают и хранят в своем помещении, где непосредственно будет. Вот, что ты завезешь? Что именно пытался спросить, я так перефразил. Получается, вот от этого начала конвейерной ленты, которую подает, до тех тюков, которых вы видели там, где было сгорание, сколько метров? Там было настолько много тюков, что они были и на площадке рядом с печью, и на площадке рядом с погрузочным устройством. То есть я вам не скажу, там вокруг эта вся площадка, я просто сделал фотографию. Сказали, а вы скажите, где же фотографии, где же видео? Сказали их удалить, у меня их сейчас с собой нет, но... Кто сказал? У нас режим на предприятии и фото видеосъемки. Ну, безопасность меня попросила, но не выпускала меня с предприятия, пока я не даже. Росгидро, Росатом. Это такой же режим. У нас есть положение, а внутри объектовом режиме. Давайте по печи, все-таки ток подведем. Давайте мы по печи, извини. Аналогичная печь у нас в городе существует, она есть в роддоме. Это лицензированная, большая печь, мы там были, снимали. Так вот, для того, чтобы утилизировать 50-60 килограмм отходов, она работает практически ежедневно. Печь, то по есть, утилизации чего? Так, ну, извините, я вас перебью. По утилизации медицинских отходов. Это совершенно другой вид деятельности, совершенно другие температуры, допустим, и время горения. Допустим. Все правильно. То есть вот эти огромные тюки, которые видел Олег Андреевич у вас возле печи, которые там скапливаются, это объем, ну, объем вы скрываете, хорошо. Почему? Я 87 тонн за год, я вам ничего не скрываю. 87 тонн за год. За год. Для того, чтобы пропустить через печь такой объем пыли, или как вы ее называете, да, печь должна работать сколько и какое время? Производительность печи 100 килограмм в час. Так. Вот этот объем сжечь... Вообще не проблема. Не проблема. Никакая не проблема. Время горения другое, время горения, а медицинские отходы, а там есть и материал биологический, среда, там четверг, другой, совершенно другое время горения. Можно грубо прийти. 87 тонн это разделить на 10 месяцев, допустим, это по, ну, практически по 9 тонн, да, в этом. 10 часов вы сажаете. 10 часов у вас получается 100 килограмм, вы можете сжигать бестерированно, да? В час. В час. В час. Но печь еще имеет время разогрева. Какого разогрева? Ее там есть там воспламенение. Нет там никакого разогрева. Не путайте ее с медицинской печью. Это совершенно другие процессы. Давайте послушаем. Есть специалист, который... Так сколько раз она работает? Три раза? Денис Владимирович, поясните мне, как работает умеренное накопление отходов. В субботу, воскресенье она у нас остужается. В понедельник мы ее чистим. Залу, как уже было сказано, мы через колосники мы ее вычищаем, вагонетки, и вывозим на хранение в этот корпус.
То есть по мере накопления вот этого объема мы ее загружаем, зажигаем, и она утилизируется, у нас сжигается. Ну, а примерно то есть, в неделю, там, 2-3 дня, неделю? Ну, 2-3 дня, может, она может и 5 дней работать. То есть в зависимости от того, какой объем вывезли. Может 2-3 дня работать, может быть 5 дней работать. Все зависит от ассортимента шумоизоляции. Журнал там есть возле вот. Значит, да, с нас затребовали работники прокуратуры документацию. Мы ее сейчас собираем и будем предоставлять прокуратуру все вот эти вот данные. У меня все-таки вопрос по самому возгоранию. Вот как у вас фиксируются такие происшествия, как они на них реагируют и как устраняют последствия подобных возгораний? Во-первых, они фиксируются у нас сразу же в службе ПГСС. Служба ПГСС обязательно докладывает это, соответственно, в город. Если у нас зафиксировано возгорание, то, соответственно, они фиксируются у нас в ПГСС. Ну вот Олег Андреевич говорит, что не было фиксации предыдущего пожара. Потому что строение нового строительства. Но не зафиксировано работниками ПГСС. Почему? Потому что не было вызова работников. Понятно, не было вызова работников, значит не зафиксировано. А последствия как вот, вы ликвидируете? Вот, Олег Андреевич сказал, что там залы навалены, а так там... Безусловно, я думаю, что в кратчайшие сроки там сейчас будут... Сейчас печь у нас пока стоит, мы сейчас немножко решили реставрировать, для того, чтобы с экологической точки зрения, сейчас у нас в любом случае по текстильным отходам у нас накопления практически нет, у нас сейчас осталось. И всю залу мы, соответственно, мы сейчас почистим, вывезем, как это положено, согласно законодательству, все устраним. Понятно. А последствий-то не было? Кто-нибудь пострадал? Какие последствия? Экологические, я вам скажу. Минуточку, протокол. Покажите станции озерные. Сначала свои протоколы покажите в прокуратуре, потом... Обязательно, да, мы им все показываем. Вот. Чтобы доказать последствия, нужно иметь протокол. Нужно их сначала затушить. Вы даже на территории завода, что у вас там горит, вы даже не можете это зафиксировать сами. А сейчас вы говорите, что... Почему у нас все фиксируется? Потому что вы говорите о последствиях. Печь пока стоит, мы решили ее оставлять. С какого времени она стоит? Вот мы в понедельник, только с понедельника. Только с понедельника? Да. Что значит только с понедельника? Точнее. Печь у вас на чем? На газе работает, электрическая? Какая у вас? Нет, она не на газе, не на электричестве, она самовозгораема. То есть там транспортер, гидротолкатель, система вытяжек и, соответственно, установка камеры, которая очищает дым. Вот вы сейчас озвучили принцип действия, как просто, если возгорание фиксируется. У вас вот это возгорание, которое потом зафиксировали благодаря активистам, оно тоже не было зафиксировано. Я здесь не скажу. И оно бы не зафиксировалось потом, потому что если бы вы видели, что у вас там горит, вы бы приехали сразу. Вы приехали через 2 часа после того, как это началось, когда вызвали уже наших городских. То есть его тоже не было. Разбирательства никакого бы не было. Я хочу сказать, во-первых, не в те дни за 2 часа. Очаг был локализован в течение получаса с момента поступления сигнала. Откуда? С города, да? Нет. От диспетчера объединения. А диспетчер завода БРТ. Откуда узнал? А? Диспетчер объединения откуда? А диспетчер объединения узнал, соответственно, от работников. То есть, как бы вы из города. То есть я, соответственно, мне доклад произошел, что произошло возгорание уже локализовано, соответственно, уже в час ночи, соответственно, что было возгорание, его затушили. То есть я не могу сказать, что у меня зафиксировано все и в журнале диспетчерском, заводском. Возможно, это произошло, шло все параллельно, не исключая этого. Но факт то, что, соответственно, у нас зафиксировано диспетчер объединение, зафиксировано ПГСС, все это локализовано силами БРТ. Мы не говорим, что сюда приезжали городские службы, которые фиксировали. Мы говорим, что сейчас журналист говорит о том, что это не факт, что если бы сейчас город не подключили бы, что вы затушили, начали бы вообще в принципе тушить через ПГСС. Да как зафиксировали? Так же проявляется своими силами. А? Как и за сутки до этого. Предыдущий, не зафиксированный пожар. Поскольку справились, вот как вы сказали, своими силами. Спокойно справились работники своими силами без привлечения ПГСС. Да, поэтому, соответственно, этот вопрос, да, на самом деле, это наша недоработка. Я не говорю, что
это хорошо, это неправильно. В любом случае, любое возгорание, оно должно фиксироваться, оно должно мониториться, оно прорабаться, и оно должно, соответственно, уже, чтобы у нас не было вот таких последствий, как произошло, если бы это, наверное, если бы мы зафиксировали с 4 на 5, то, наверное, этого не произошло бы с 5 на 6. А с 3 на 4 когда-нибудь? С 3 на 4 у нас ничего не было, нигде не зафиксировано. И такого, соответственно, у нас при объяснении и обсуждении с работниками такого у нас не было. Я просто не могу понять. Мне просто интересно, если это своими силами тушится, то это нигде-то получается не фиксируется, правильно я понимаю? Я говорю, что вот это фиксируется. Вам же ничего не докладывают, вас докладывают. Работники докладывают. Без привлечения. Докладывают. Но на данный момент с 4 на 5 эта информация не прошла, не зафиксировалась и никуда не должна. То есть, соответственно, решили утаить. В результате чего у нас, соответственно, 5-го, 6-го число. Я к тому, что на будущее утаить, если утаивать, никто там не будет у вас. Все сейчас не все будет. Знают, все все понимают. Безусловно. Такие вещи. Это у нас, скажем так, могу сказать откровенно, это у нас вот этот случай, то, что зафиксировано 4-го года, это первый раз. У нас практически даже те случаи, не буду о них озвучивать, которые у нас происходили. Это происходит в площадках, если даже происходит тушение без привлечения ПГСС, то у нас в любом случае это фиксируется, идет разбор полетов, разбираемся причина возгорания, где действия персонала и так далее. То есть у нас... А сколько у вас работников на предприятии работает? Примерно, у меня нет примерно, месяц цифры 3980 человек. 3980? Вместе с начальниками, да. В ночное время работает, сколько вы можете предложить? И в ночное время у нас в ночное время порядка работает, наверное, 1800 человек. 1800? Да. Те, кто работает у нас по трехсменному графику работы. И никто не почувствует, что там горит? У нас производственная площадка. И мы относимся к химической и нефтехимической промышленности. Понимаете, само по себе, по разрешению у нас 108 загрязняющих веществ. Как вы выделили в этой смеси, прямо именно запах гари, люди находятся в технологическом цикле возле прессу. Причина возгорания сейчас, вы говорите. Я готов вас пригласить на производственную площадку, где происходит формовой цех, и продемонстрировать там, как происходит процесс вулканизации изготовления резинотехнических изделий. И я думаю, что побывав там, вы поймете, что если где-то что-то будет, там просто нереально это почувствовать. Тогда пригласите еще и вообще всех представителей. Когда пройдет полностью прокурорская проверка. Ваша печь, лицензирована ли она, каким образом она приобреталась, на каком основании она приобреталась, ее технология работы, потому что то, что нам рассказал представитель ваш, меня вызывает большие сомнения по поводу того, что такое собой представляет эта печь. Безусловно, мы не имеем ничего против. Соответственно, сейчас этот вопрос, я думаю, мы еще раз соберемся по этому поводу обязательно. Сейчас, когда пройдет неплановая прокурорская проверка, мы готовы будем еще раз дать уже пресс-конференцию, уже на площадке. Я приглашаю вас к себе. Это завод управления. Открытая позиция всегда, она говорит именно о том, что как бы люди готовы к контакту. То есть, понимаете, вот тоже, я хочу сказать, там у нас на ПДС был, прозвучали от жителей тоже сигналы. Вот там дымит, например, там Северсталь, да, приехал представитель, там эколог, кто-то там, ну, дал пояснение хотя бы какое-то. Понимаете, когда есть диалог, оно всегда лучше. И прозрачность в отношениях, она должна быть, тем более у таких больших предприятий, как БРТ и у нас еще там ряд градообразующих предприятий. От этого тоже очень многое зависит. Людям свойственно тоже какие-то вещи, может быть, неправильно понимать. Или наоборот, правильно, вам надо какие-то выводы сделать. В данном случае, если какие-то возгорания бывают, если они случайные, тем более, вы же тоже свои выводы сделаете. Конечно. И самое главное, чтобы вот те обещания, которые вот сейчас здесь прозвучали, и такие громкие слова, чтобы они были тоже выполнены. И сделаны выводы соответствующие не только на предприятии, такие условные, а конкретные. Олег, что-то хотел добавить? Да, мы со своей стороны вот обратились в прокуратуру, в Министерство природных ресурсов, экологии Саратовской области, руководителя Роспотребнадзора. Вот кто у вас из этих служб уже был на предприятии и проводил проверки? Кто к вам приезжал из них? Ну, прокуратуру, знаю, приезжал.
природные ресурсы и экологии Саратовской области. Можно мне? Да. В рамках каких проверок и когда вас, какой период интересует? Я обратился по факту возгорания. Я обратился к прокурору города Балаково, министру природных ресурсов и экологии Саратовской области, руководителю Роспотребнадзора. Вчера вместе с сотрудниками прокуратуры мы уже выехали, они уже проводят у вас проверку. Вот со стороны этих служб, запрос документов, может быть, они там приезжали к вам, опрашивали людей, то есть ситуацию выясняли? Как-то? Я сейчас сказать не могу, у меня дело в том, что пятницу и понедельник меня не было, документов у меня достаточно много скопилось на столе, возможно, уже какие-то запросы, документы у меня лежат. Я честно сказать, что за два дня я еще не смотрел документы. Хорошо. И тогда, скорее всего, что это будет. В заключение хотелось бы еще раз отметить, и очень важно, чтобы не находили на предприятии крайних, чтобы если кто-то и был привлечен там какой-то внутренней у вас ответственности, дисциплинарным взысканием, это были на самом деле те люди, которые это организовывали, которые отдавали вот эти вот задачи. Они находили крайних среди там обычных исполнителей, которые эту работу выполняли. Есть вопросы? Я предлагаю, может быть, заканчивать, или еще у СМИ есть вопросы? Почему все-таки нельзя проехать сейчас на эту площадку? Тем более, никак... Потому что это режимное предприятие. Мы же не можем просто так проехать на АТУ, на ГЭС, на химзавод. Это режимное. Значит, у нас все журналисты, кто присутствует, у нас были доступы. Вот когда у нас закончится проверка, мы проведем повторную пресс-конференцию, и я думаю, и там мы определимся. Ну, к тому времени вы можете все следы устранить. Там нечего устранять. Вчера ваш представитель, Олег Андреевич, у нас был на площадке. Вы не доверяете прокуратуре? Почему Олег Андреевич не выпустили с предприятия с фото и видео? Потому что это запрещено. Потому что есть положение, на основании которого действует служба, наша служба безопасности. Есть положение, извините, надо уважать внутренние документы. Есть положение подчинить на вашей территории. А можно мне вопрос задать Олегу Андреевичу? Можно? Можно мне вам вопрос задать? Конечно. Вы сказали про мониторинг ситуации. Каким способом вы будете мониторить и кого будете приглашать? Ну как вы думаете, вот общественность как мониторит ситуацию? Не знаю, я хочу вам задать. Есть несколько видов мониторинга. Как вы будете мониторить? Вот я поэтому и спросил. Да, общественность мониторит, давайте вопросы массовой информации. На последнем ТДС при главе Балаковского муниципального района Соловьёве Александр Александрович, он озвучил о том, что будет, во-первых, работать в городе лаборатория, во-вторых, есть договоренности, она будет работать неделю, во-вторых, есть договоренности по сигналам через ЕДДС, эта лаборатория, она, к сожалению, не находится постоянно действующая на территории города Балакова, в течение 2 часов она готова сюда приехать, чтобы провести анализ и забор воздуха. Это первый момент. Второй момент – общественный контроль. Это вот сейчас есть, поверьте мне, вы загляните в интернет ВКонтакте, есть там типичный Балаково, Балаково-Балаковский, где выставляются посты, под которыми пишутся столько конкретики, и номер вашего цеха, где у вас там возгорание, и фамилия того, кто там за этим стоит. Понимаете, понятно, что это анонимно, да, большинство этих комментариев, но согласитесь, там тоже дым без огня не бывает. Поэтому мониторинг общественный, он очень, скажем так, очень эффективный, как показывает последняя практика. Тем более, вот мы же не караулили вас там с утра до ночи, загорится у вас или нет. Вот, люди говорят, пахнет, да, другие люди говорят, да у них там вот сейчас горит. Мы выехали, проверили, действительно это так. Вот это называется общественный контроль. Где можно будет увидеть ваши отчеты, например, еженедельные, ежемесячные? Вот вы мониторите. Мониторите этот набор данных, их анализ. Вы, например, за неделю общественники проехали, сказали, ситуация в городе хорошая. Как вы будете еще ловить запахи? Да, ситуация будет хорошая, когда жалоба. Ну, хорошая или плохая. Вот жара закончится. Когда жалоба не будет, вот тогда и будет хорошая. Жалоба вот фиксируется с фамилией. Согласен. Вот вчера ребята ездили с молодой гвардией, по этим перемычкам бегали, искали эти там очаги возгорания, там металлоприемник, да, там металл принимают, они 2 дня подряд, вот ладно, там ночью там кто-то жгет, да, а эти товарищи днем тоже жгут. И вы правы абсолютно, что где-то тоже жгут, не только сигнал поступает с БРТ, они поступают не только с вас. Это мы это вот публично вам тоже об этом говорим. Просто надо. Поэтапно там есть очаги возгорания на БРТ, значит, надо локализовать. Есть там, надо наказать там и там. То есть нету какой-то предвзятости к вашему предприятию, вы тоже это поймите. И никто вас крайне, еще раз повторюсь, в этом городе не будет делать. Но сделайте первый шаг с вашей стороны. Вот вы пообещали, что больше такого не будет.
Вот хочется в это верить. И я надеюсь, что не будет, скажем так, возможности такой там перепроверять, когда там начнут опять люди говорить о том же. У нас люди все равно же, они открыто, они говорят об этом. Ну, все-таки про мониторинг. Где будут ваши отчеты фиксироваться? Да какие отчеты, вы поймите. Ну, вот как же вы говорите пусть... мониторинг, это, набор данных и анализ. Мониторинг, вы садитесь в машину и едете, на где горит, где видите. Вы должны, вы же все равно, вы же да мы не отчитываете должны. Перед должна прокуратура, должна Минприрода, должны ботаники. Ну, вы где-то должны это фиксировать. Ну, фиксируйте, вы с нас требуете журнал, зафиксируйте, были на БРТ, были там-то. Фиксируют журналы, с вас требует прокуратуру, не мы. Нет, но вы, ну, мы требуем, чтобы у вас огня не было видно и запаха не было. Вот это мы требуем. Ну, кроме, я почему возвращаюсь? Вам что надо? Вы заявили, нет, вы заявили о мониторинге. Цифры. Мне нужны цифры. Сколько вы проводили? Вот так, если 20-летний поедет на очаг возгорания по этому дыму, вы позвоните в МЧС, ему надо перед кем отчитаться? Перед вами, перед кем-то? Но вы же общественная организация. Согласен. У вас есть сайт. Вы же печатаете. Пожалуйста, для меня, как для жителей. Каждый день там столько сообщений. Я могу вам личку свою показать, где люди говорят, да вы там ничего не делаете, вот вы там не боретесь. Они подписываются под тем, что они написали? Нет. Если они не подписываются... Это не значит, что не надо реагировать. Я нет, подождите. Официально реагировать анонимные. Павел Владимирович Дмитриев, представитель молодой гвардии, следующий выезд, который мы будем делать, мы приглашаем нашего активного жителя, представителя БРТ. Вы сейчас тогда дадите нам контакты, и мы вас тоже с вами, вместе с нами поедете с нами проводить мониторинг. Вы согласны на это? А с чего вы взяли, что я с вами поеду? Подождите. Я не состою в вашей партии. Вы сейчас говорите, что призываете общественность, что кто-то вы, это ваша заявка. Вы заявили, мы мониторим ситуацию. Я вам говорю, мониторинг – это набор данных и фиксация. Вы сейчас заявили, что мы вам должны предоставить данные. Да не мне. Я спрашиваю, где посмотреть ваши отчеты, на каком сайте. Где я могу посмотреть? Открыть и посмотреть. Так вам сказали, что мы выезжаем непосредственно. Ну, а где вы это пишете-то? Это во всем СМИ пишете. Это в СМИ пишете. Это происходит заранее, на следующий день комментарии, фотографии. Мониторинг – это набор данных и анализ. Мониторинг – набор данных. Я боюсь спросить, как вы объясняете, что такое манная каша в вашем деле. Понимаете? Это и могу объяснить, с научной точки зрения. Да. Если вы так с ними разговариваете, мне важно... Ну, скажите, где посмотреть? Вы я просто посмотрю. Каждый случай, не каждый случай. Я вам говорю, мониторинг – это набор данных. Набор. Где вы набрали данные? Вы можете набор данных типичного Балакова открыть. Хорошо. В ВКонтакте. Прям сайт будет называться это. Да, типичный Балакова. Хорошо, будет. Все, спасибо. Да лучше гиб там вчера. Скажите, где я буду там смотреть. Просто скажите, где. Любую соцсеть открываете. Ольга Васильевна, у вас присутствует на совещании сегодня Татьяна Глебовна. Это ваша пресс-служба, которая эту ситуацию может отследить и дать вам и все сайты, и группы. Вы, пожалуйста, передайте ей информацию. У вас есть внутренняя коммуникация на предприятии? Конечно, есть. Передайте, пожалуйста, ей информацию. Заканчиваем. Ну, все-таки еще последний вопрос. От вашего предприятия запах шел или не от вашего? Нет. Вы к этому никак не причастны. Что? Вы к этому никак не причастны. Нет.